Ассистент Олега, он будет. Дело. Без батареи, да? Ничего, что я спину сейчас буду. Очень молодой спорт, это чемпионат Европы и Юга, который проведен в 2000 году. Если говорить, что такое политический бильярд, то это не спорт, получается, все результаты, которые могут сейчас на бильярде. Пять, правый, пассе, удар, бой, дублеты, специальные удары, которые используют нет. Честно, сюда который сейчас я вам продемонстрирую, вы можете думать, что 22 года тому назад. Это первый мой удар,
категории массы. Дата названия 19 года. Как из вас мечтает по жизни попасть в это дисциплину? В 2003 году я впервые попал в Лос-Анджелес, вступил в прямой абонемент на посещение $8. Целый день катался на американских русских воротах. Это кабинете, белый шар, стоит у нас после удара по красному огню, у нас поднялся наверх, и там находится у нас в оборудовании. Так как мы так у нас работали, мы не отпустили. Да, как видите, стоит первый шар от подсветки 3, это шар от подсветки 2. Так, то есть туда один ноги, первый шар, поднимается, забирает шар от подсветки 2, он спускается вниз и забивает шар от подсветки 3. Thank you.
Русский может дать? Я то я вам не оставил. Другой дать просто. Русский китай. Еще литературный текст, когда я был чиновником, закрыл с места Купарова, отдыхает людей, в какой-то момент говорит, что это находится очень странные люди, поспал, я как бы сейчас начну с стрельба, прыгнул по сути, и не видал на тот таких людей, которые стрельба не знакомы. Я переследую, и я всегда. Я жестко накрыли, да? На родной верните. Так, если говорить про равни, свои $20. Вот еще он сказал Майкл.
Второй удар сделаю. Второй партию сыграю. Какой задний черный шаг? Подумал, что таким образом он парочкой не выиграет, и опять согласился. Ну, посмотрите, как он играл в эту партию. Что вы ставите таким образом? Опять мой партнер не выиграл двойки. Да, партия сидят у китайских игроков. Thank you.
я не очень часто возникает сложный момент, связанный с такой кофе, не кофе. Сейчас я покажу серию правильно и неправильно. Такой дроб, когда после касания, вот таким образом позвать, а вперед. Есть специальная техника внесения туда, то есть если вы играете в кофе, но кофе у нас не будет. Вот таким образом. Но если мы будем играть прямую линию, будем играть вправо, влево, то у нас происходит, как говорят, у нас короткий контакт. За счет этого можем сделать это туда. Итак, сели правильно туда. На месте. Смотрите, какой сложный свет сделал удар. И только он произошел с собой. А вот стал не здесь, и не здесь. А именно вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Кто им предоставил, кто на шпильке поставит правильную минуту. Есть ваша задача? Почти. Давайте еще одну. Кстати, в 2015 году уже третий удар. Здесь как можно сыграть так, 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 так,
время мне понадобится сосед, который покушал на тракторе, посмотрим. У нас вопрос. Молодцы. Жонглировать еще надо будет. Да, на где? Мост 8-го года. Так, сейчас я попробую слушать за Михаила Кукуру.
они никогда не делали. Давайте вот я сейчас придумаю, давайте мы сейчас сядем на стол.
Итак, все мы
Запечатывать можно? Да. Уже. Хорошо. Встала позиция, здесь возможно другое, что Я построил преграду, посчитайте.
Благодаря и Иисусе Христа, 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 как видите, и тут у нас стоит пирамида после нанесения по красному жару и по красному жару. Давайте вот я вас облывили, да? Поставим сюда вот этот физиомат. Что хотите? Давайте так зайдем. Так зайдем. Ну что, меня еще потерпите? Очень самоуверенно стоит. Как бы не всегда я делаю с первой попытки. Thank you.
40. Мы ставим вопрос терпения. Я внесу туда окрасную шару, прицельную шару в литру. Литок он делает маленький процент. В Москве французского очень говорит. Маленький литок, в среднюю. 10 потоков, как минимум. Thank you.
спортивный удар из программы чемпионата. Вспомнил начало времени, а все на кубе очень действует здоровье. А в том, что они продают все данный момент, восхищен тому, как он приедет. Мимо его жизни пошел за очередной. Сейчас я Дай мне какие-то налево, когда?
того, чтобы он все-таки... Мы с вами рассмотрим один из его ударов, когда он сделал перископ аж через 15, скажем, 15. Хорошо. И уходил его сбили через 11 сотов. Тот же самый удар, но одной рукой. Середина игрока. Самый первый трюк для девчонок, если вот чувство обмана, способом поставить. А мы сейчас you
Но вы представьте, что у вас будет мотор. Так, а задача раз, два, три пункта, два пальчика. Максимальное количество очков, которые можно набрать на чемпионате мира, составляет 320 очков. То есть это у нас 8 лет самое. Ну просто пуль у нас заложено, чтобы мы не отправили. 140, 76, да, миллиметров в среднем? 76. 80. Да, там у нас 57, так что попасть на одну достаточно. Я покажу, как это выглядит у нас на турнире. Сейчас не помаслю свою мысль.
поставит, баланс поймает. Нет, 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 только одно сыграет, да. Только одно сыграет. Ну, собственно говоря, прощаем. Нет. Большое спасибо, я ну ты красавец, ну ты красавец. С Киевом, вот Юра, пришел, который выиграл. Когда вот без системы работаешь, то есть переработка. Винта не надо. Да, дальше. Нет, это винта. Второй надо давать забрать. Да, я это. Забрать. Не все, а Давай. Давай. Я подумал, что я видел.
того, что стыдно не быть такие. Браво! Браво! Браво!